задолженность по кредитным платежам на сумму более 300 тысяч рублей. Теперь, чтобы снова сесть за руль, у правонарушителя есть 10 дней, прежде чем его ласточка уйдет с молотка в счет погашения задолженности. Суровое, но необходимое наказание. Белгородские судебные приставы совместно с сотрудниками госавтоинспекции проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Основная цель – заставить неплательщиков погасить задолженность. За 3 дня проведения рейдовых мероприятий на дорогах области проверено 1416 автовладельцев транспортных средств на предмет наличия задолженности по исполнительным производствам. Наложен арест 146 единиц транспортных средств. Прямо на дорогах региона взыскана задолженность в размере 2 миллиона 703 тысячи рублей. Одно мобильное приложение помогает вычислить должника, другое позволяет определить причину задолженности. Оплатить долги автовладельцы могут на месте, через посттерминал или через приложение ФССП. В случае отказа следует арест авто. Транспортное средство не может быть выдано лицу, пока он не оплатит все административные штрафы и не закроет все свои ограничения на данное транспортное средство. Напоминаю то, что административная ответственность за неуплату штрафа в установленный законом срок предусматривает как штраф в двойном размере от суммы неоплаченного обязательной работы, так и административный арест сроком до 15 суток. Судебные приставы рекомендуют оплачивать свои задолженности своевременно. Всего по области работают более 20 таких экипажей, из них 4 в Белгороде и районе. Виктор Апальков, Элла Машир и Сергей Драчев, Белгород Медиа.